Привет! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Что такое ностальгия? Это попытка сравнить наихудшее из настоящего с наилучшим из прошлого? Или раньше и правда было лучше, чем сегодня? Дело в том, что сейчас я расскажу тебе об играх, которые вызовут у тебя либо детскую улыбку, если ты олдфак, либо взрослое презрение, если ты школьник. Такая вот прекрасная и непонятная эта баба ностальгия. Итак, представляю твоему вниманию аркаду в панцире черепашки-ниндзя, экшен в перьях утиные истории и классическую аркаду в кальсонах могучие рейнджеры. Мутант Рамбл представляет собой аркаду в стиле старых игр про черепашек, но с некоторым отличием. Дело в том, что вся игра поделена на уровни, представляющие собой крошечный кусочек городской улицы, канализации, либо крыши, на которые с двух сторон и будут нападать враги. Такой вот закрытый мир, замкнутый в себе, я бы даже так сказал. Выбрав одну из восьми черепашек, кстати да, почему восьми? Потому что на каждую из четырех рептилий приходится по одному дополнительному скину в боевой броне. Ну на случай, если от вида старых добрых черепашек тебе уже блевать хочется. Ну в общем, выбрав одну из восьми тортил, ты отправишься зачищать улицы Нью-Йорка от банд, роботов, главарей и прочего мусора, во главе которого стоит злой Шреддер. А собирая монетки, учитель Сплинтер будет совершенствовать твою черепашку и открывать новые комбо. Очевидно, учитель даже в душе крыса, поэтому и берет деньги за обучение. Управление Мутант Рамбл представлено в виде проведения свайпов по врагам, что прямо-таки омолаживает бабушку аркаду. А вот экшен, да еще и стрелялка DuckTales Scrooge's Loot, это уже что-то из ряда вон выходящее. Готов поспорить, ты не мог и подумать, что из уток сделают убийц, борющихся за золото или количество киллов. Но это сделали, в это можно играть и более того, от этого можно получать удовольствие. Такой себе Team Fortress для уток, то есть про уток. Поиграть можно как в одиночной игре, так и в сетевом режиме, проверив, кто же из вас лучшая утка. За победы ты будешь получать золото, которое можно тратить на новое оружие, костюмы и улучшения. Улучшение боевых навыков. И напоследок, представляю твоему вниманию классическую аркаду Power Rangers Mega Brawl. В детстве, если горку на твоей площадке поломали алкаши, а песок разгребли по пасочкам, ты мог со спокойной душой представить, что ты могучий рейнджер, и со словами «Go, go, Power Rangers» перенестись в мир детских фантазий, куда не доберутся суровые реалии. Новому поколению для этого стоит лишь закачать такой мир на свое устройство и почувствовать себя настоящим могучим рейнджером. Но не с этой игрой. Причина такого жесткого облома в том, что разработчикам не удалось, да и по-моему не особо хотелось перенести игроков в яркий и красочный мир сериала. Локации скучные и однообразные, геймплей уныл и нагоняет тоску. Бегаешь, дерешься, стреляешь. Бегаешь, дерешься, стреляешь. Так все скучно, что хоть донат добавляй. Вместо слез ностальгии стекают слюни пофигизма. Но это не повод не качать ее, ведь мы геймеры, а для геймеров плохая игра не повод не играть в нее. И не важно, факты или школьник. На этой радужной мысли я и закончу. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!